Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, сегодня поиграем в игру, которая называется King Crusher. Так, я так понимаю, русского языка здесь не будет. Так, что-то королю не понравилось. Так. Разыскивается какая-то огромная жаба. Типа, хорошо будет сделано, мой король. Здравствуй, нуб. Ты готов отправиться в свое первое приключение и убить своего первого врага? Тогда двигайся вперед. Двигайся вперед. А, ну нам показывают, короче, пошагово получается, да? Нажимаем кнопку. Continue. Так, это мечник, лучник, смотрю, и маг. Перейти сюда. Так, ну-ка давай-ка потренируемся, говорит. Ну, давай потренируемся. О. Так, ты не волнуйся, ты будешь не один. К тебе пришли на помощь лучник и маг. Воспользуйся ими. Ага, вот, можем так сделать. Теперь бомбить. Ну, совсем другое дело пошло. Совсем другое дело. Только я пока не могу понять, что за жанр игры. Кликер или как? Так, у мага готова специальная атака. Нажми на него, чтобы выпустить фаербол. Ого, неплохо. Так, ну что, я тебя поздравляю с первой твоей победой. Мы получаем с тобой монетки. Двигаемся дальше. Гоблин какой-то. Так, спусти-ка вниз. Для того, чтобы... Чего? Ах, вот. Так вот. Ну, ребята, это что-то как типа кликер, но все-таки здесь нужно контролировать. Знаете, фаерболом достал уже просто-напросто побить. Так, и впереди там босс, что ли, будет самый первый. Ух ты, рекрут. А кого тут можно нанять? Двух лучников. Оу. Так, ребята, вот это хорошо. У нас уже два лучника. Опасность. Так, ну я так понимаю, это не та самая лягушка, которая нам нужна была. Так, мечник, естественно, бьет только вблизи. Уходим. Ах ты, ёк, макарёк, не успел, ребята, уйти. Тут надо быть предельно аккуратным. Ну-ка, как лучники бомбят. Я понял, понял, фаербол нужен. Воу, у нас щит есть. Наш мечник может применить щит. То есть для защиты, я так понимаю. Ну-ка, на тебе. Уходим. А, щит только вот здесь ставится. Все, я понял. Давай, 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 бомбим, бомбим, бомбим. Тут... Уходим, уходим, уходим. На, на. Изи. Виктори. Так. Выполнили сразу кучу заданий. Окей, можно удвоить. Не знаю, может удвоить их. Ну давай. Так, ну что, получаем 502 вот таких вот кристалла. Добро пожаловать. Ты выполнил свою первую, типа, задачу. Теперь можешь отправляться в магазин, типа. Так, гемы, которые ты получил, ты можешь их потратить на собственные нужды. Так, лидер. Прокачивать у лидера можно свои качества, да, получается? Угу. Ну, свои лидерские качества прокачиваем. Ну ладно. Что у нас тут? Новый герой? Тристан. Так, он отправляется в коллекцию. Посмотри, говорит на него. Я вижу, и что? Что мне с ним прикажете делать? Тут очень много будет всяких, ребята. Видимо, мечник будет прокачиваться, прокачиваться, прокачиваться. И также касается всех персонажей наших. Угу. Так, назад. То есть максимальная прокачка до 6 уровня.
как я могу понимать. Это все мои персонажи. Приключения. Это до сих пор что ли идет обучение или что такое? Так. Ну, я понял, это его статы. И что дальше? Next. То есть у меня маг. А, это прист. Это не маг, ребята, это медик. Так, возьми Тристана. Можно еще прокачать, да? И он получает вторую... Гоблин! Бендигрон какого-то мы получили. Фаст, быстрый. А-а-а, у нас можно... Вот, можно, смотри, шанс. Шанс получения персонажа, господи, ребята. Ух ты, эпический. Это Роберт. Маг. Да, маг 200 у него. То есть ты понял, да, что шанс 75-25%, золотого можно 25%, а за 2500 100% легендарный персонаж появляется. Вот оно как работает. Все, понял. Значит так, мы берем с тобой Тристана. Я беру Роберта. А вот почему не могу взять Бендика Грона? Это для меня вопрос. Хм. Не знаю, ребят, почему-то не могу взять. Давай еще попробуем. Кристаллы есть, давай пробовать. Может, кто выпадет. Так, эксперт. Опять же, маг. Блин. Ну, тут смотри, тут можем так взять, так и вот так. И подожди секундочку. Почему сюда-то я не могу никого взять-то? Я не могу понять. Странно. Не могу, ребята, взять и все. Ух ты, это кто такой у нас? Это рыцарь. Так, уходим. А, опа. Ты смотри, какая тут механика идет, ребята. Вообще прикольная. Что он будет делать сейчас? Пробирка. Взяли. Манна. О, уходим. Отлично. На тебе. Так, берем пробирку. Все, уходим. Так. Отлично. Есть, ребята, завалили мы его. Так, двигаемся дальше. Хм. Покинуть или принять? Или... А что это такое? Ну, допустим. А, он все прописывает. Хм, ну давай рандомно. 20 голды. Контини. Так, пошли сюда. А здесь у нас с тобой рекрут. Мы можем с тобой забрать. Так, 12 монет есть? Есть. Можно взять приста, но я думаю, что лучше взять воина, естественно. И приста. Воина и приста, все. Поехали дальше. Так, выбор, либо сюда, либо сюда. Давай вот где знак вопроса. Ивент. Так. Ага. То есть мы с тобой должны монетки собрать, да? Правильно я понимаю? Уходим, уходим. Блин, здоровье. Есть, успели пройти, да? Все живы, все здоровы. Контини. Ну, а тут у нас очередной босяцкий. Это морковка. Оу. Ты гляди, что творит. Так, срочно бери. Хиляемся. Щит ставим. На тебе. Что-то морковки не нравится. Не нравится морковки. Заберем ману. Щит. Блин, ну здоровья маловато. Давай так сделаем. Щит. Ну чё ты, морковка, давай уже отдупляйся. Хиляемся. Уходим. Ах ты. Пройдоха ты несчастный, все-таки попал, да? Есть. Мы его
ушатали. Отлично, блин, вот здесь вот. А, выпустить 5 фаерболов. А почему? Я же не знал этого. Так, ребят, ну нужно смотреть рекламку после каждого прохождения, потому что эти кристаллы нам нужны. Так, повышение уровня, что ли, сделали нам, да? Можно повысить опыт. Я думаю, что пока не стоит этого делать. Сундучок какой-то там у нас доступен. Так, ну что ж, с жабой с этой. Королевская жаба. Ух ты, 250 за просмотр. Давай сделаем. Угу. Так, отлично. А вот это что такое? Базы. Не знаю пока, что это такое. Так, бестиарий. А, ну бестиарий — это где у нас будут все монстры показываться, рассказываться, да? Понятно. Так, плюс армори. Нет у нас пока никакого вооружения. Это что у нас такое? Ага. Секунду. Гоблин стал доступен, да? Гоблин стал доступен. Ну что, а что за классик? Нормал, хардкор. На нормале, фига себе. 1000 дают на нормале. А, это чтобы открыть. Все, я понял. Нужно 1000. Так, а здесь есть сохраняшка или что-нибудь? Есть, ребят, надо сохраниться. Так, друзья мои, тут еще помимо того, что мы сохранились с вами, так еще и русский язык, оказывается, здесь есть. Что очень-очень меня радует. Ну что, давайте дальше двигаться в приключения. Квест для оздоровительная грубая сила. Золото сильнее, лейтенант. Я так понимаю, это уровень сложности, что ли? Так, 150, и нам открывается вот такие вот режимы. Ага, теневой воин, народный воин. Ой, тут... Так, квест. Слушай, ну мы с тобой оздоровительную прошли, но, правда, не на 3. Давай поехали теперь на грубую силу. Завершить приключение, победить босса за 120 секунд и победить не менее чем за 200 секунд. Ну, попробуем. Так, Тристан. Подожди. Так, а почему мне не дают это? Персонаж. Давай, рискну. Кто нам достанется здесь? Ух ты. Торговец. Вложение дает золото каждые 3 секунды, когда торговец не двигается. Когда торговец не двигается. Почему я не могу взять сюда? Не знаю, ребят. Может быть, условия такие просто-напросто. Погнали. Так, тут на выбор либо-либо. Я не знаю, что это за фонтан, но давай сюда пойдем. То есть у нас получается 2 бойца. Блин, вот это вот плохо. Что, я взял 2 бойца? Ну-ка, что ты делаешь? Ух ты, ничего себе, он атаковать пошел. Так, давай, хватай. Стреляй, на тебе. Он застанил, лучник может станет, отлично. На тебе. Так, уходим. Вовремя успели. Блин, ну с такими успехами будем до потери пульса с тобой босса бомбить. Отлично. Так, двигаемся дальше. Вы видите у дороги старый заброшенный охотничий домик. Отличная возможность. Так, в бой, это не наше дело. У всех охотников есть фиг поймешь чего. Давай-ка вот так вот сделаем. Бой. Блин, какой-то гоблин нам выпал. Ничего себе ты. Тихо-тихо-тихо. Ну-ка, бэмбани ему, отлично. Уходим. Так, влупляем. На. Еще получи. Так, отходим. Так, отворачиваемся. На тебе, влобешник. Тыдыч. Отлично, мы его бомбим. Мы его из стана практически не выпускаем. Щит поставим здесь. Е. Быстренько мы тут с ним разобрались. Гоблин-убийца. Где-то в кустах там ныкается, ты посмотри. Я слышу. Опа. На-ка, влобешник. Так, где он там? Понял. Губишки раскатил, а?
Ну, давайте, давайте, ребята, ну, уничтожаем. Куда, где? Уходим. Тыдыч. Готов. Так, используйте ее заклинание, чтобы восстановить 5 УЗ. А у кого нам надо восстановить? Я не знаю, ребят. 5 УЗ. Вот сюда поставим. Так, выбор. Либо сюда, либо сюда. Давай сюда пойдем. Ой. Блин. Ой-ой-ой. Отлично, успел. Так, одного застанили, типа, да? Уходи. Трешовенько, если честно. Нам бы хотя бы одного убить, гоблина. Будет уже попроще, полегче. Так, от одного избавились. На тебе, лобешник. За этот чит, ребят, мы можем прятаться спокойненько с вами. Ну, если, конечно, такая надобность надо. Есть. Слушай, ну довольно милая, прикольная игра. Так, выбор, либо сюда, либо сюда. Здесь оружейная какая-то, а здесь вот я не знаю что. Давай в оружейку зайдем. Малая волшебная, восстанавливает 20 УЗ в начале боя. Восстанавливает в начале боя. Так, используйте. Ну, давай возьмем вот это вот. Это и вот это. Сюда поставим кольцо. Сюда. А что только одно кольцо-то? Нет, 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 не хочу. Ага, вот. Вот так вот это делается. И можно еще и посох сделать. Слушай, прикольно. Все, можно продолжать. И, друзья мои, босс. Что за босяцкий там? Кабан. Ходим, уходим, ходим, ходим. Ничего себе он. Тихо ты, парнишка. Ну-ка, щит поставим на всякий случай. Так, нету цели, говорит. Так, спокуха, спокуха. Ух, вовремя я успел уйти. Так, два щита. Отходим. Не надо. На тебе. Что такое? Некоторые классы могут атаковать только в ближнем бою. Да это я понял. Уходим. Так, мы, наверное, не успеем за 120 секунд, ребята, победить босса. Ай, господи. Есть. Вряд ли мы, конечно, успели с тобой победить. Да, нравится, конечно, нравится. Ну что, виктори, победа. Да, я не успел, ребята, меньше, чем за 200 секунд побить. Но, тем не менее, отлично. Так, наверное, приумножим. Ну что, 270 монет. Я не знаю, давай, наверное, опыт попробуем умножить еще. Угу, еще получаем опыта. И гоблин у меня прокачался до 2 уровня. Так, золото сильнее. Ну-ка. Вы получаете в 3 раза больше золота. Это приключение зависит от выбранной задачи. Ага. Слушай, а если я вот этого начать? Почему я не могу выбрать мага? Антропоморфный металлический предмет, наполненный золотым магнитом, похоже, упал с неба на дорогу и разбился. Могло и взорваться. Так, продадим предмет. 360 золотых. Ну, давай продадим. Ну, минус здоровье. Да, ребят, минус здоровье. Ого. Муха. Бомбим. Я не знаю, как это, ребята. Ох ты. Нельзя, ребята, стоять. Она как-то взрывается-то.
Понял. То есть вот так вот нам лучше стоять. Хильнемся. Да, вот тут лучше здесь стоять. Давай, давай, давай эту муху навозную. Есть. Слушай, ну нормально так. 52 монетки, отлично. Справились мы с этим заданием. Двигаемся дальше. Один из бойцов просит вас увеличить ему жалование. Так, 80, это нормально, это воровство. Это воровство, это погубит. Выполняйте договор. Давай так. Продолжить. Здесь выбор. Слушай, а там-то что такое? Я хочу, ребят, вон туда попасть. Блин, гоблин-лучник. Так, ну с гоблином-лучником мы уже имели дело, поэтому на тебе. Вот еще и летует здесь. Хиляем. Так, отходим. Да какой ты там со своей торговлей? Блин, без бойцов-то как-то плохо. У нас боец только один гоблин, ребят. Не, торгаш тоже, конечно, что-то там делает, но не так, как хотелось бы. Блин, а почему... Ай, я тупанул, я тупанул. Я выбрал центральную... Что тут? Гоблин спу... Хорош. Так, отходим. Он обстрел делает. Видишь, какой жесткий обстрел. На тебе. Ну-ка, гоблин. Отлично. Это не гоблин, это орк у нас, скорее всего. Да, мы его одолели. Так, а тут что? Проходя мимо деревни, вы видите человека, прикованного цепями к скале. Это наемник, наказанный за преступление против местного правителя. Поможете этому человеку плюс один. Так. Давай вот это вот. Фига, у него там здоровье. Уходим, уходим, уходим. Ох ты, смотри, что творит. Отойди. На тебе. В принципе, ничего сложного нету в этом чувачке. Мы его бомбим. На, еще разок. Так, монетки. Уходим, хиляемся. Все. Так, а тут на выбор. Либо оружие, либо... Что вот это вот у нас? Мы можем отдохнуть, можем нанять. Не пойму немножко. Ну вот. И что это? Что это мы делаем? Ничего себе, мы там с тобой наняли. Так, отдохнуть. Отдыхаешь, это восстанавливаешь себе здоровье. Так, ну что, погнали. У нас босс. Какой-то гриб. Недобрый. Ого. На. Хиляемся. Твою налево, блин. Уходим. Хиляемся. На тебе. Гриб ты несчастный. Ну. Да там чуть-чуть же осталось-то. Готов. Мы победили, ребята. Мы победили. Причем на 3 короны. Вот это я понимаю. Сыграли на 100%. Так, ну что, друзья мои. Нам нужно еще взять лейтенанта. Ну и так далее и тому подобное. В общем, давайте так мы сделаем. На сегодня закончим. Если вам игра понравилась, вы пишите об этом в комментарии. Так, тихо. Бестиарий, ну понятно. Оружейный магазин. Подожди, ведь что-то же должно было появиться. Ага. Понял. Здесь Эмилио.
Так, ну это я понял. Это описание всех героев, персонажей. Так что пишите мне в комментариях и продолжим играть. А на этом все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.